мероприятие приурочено к финалу нашего годичного движения «Арктика 2015» и завершение особого нашего такого громадного проекта «Самый большой флаг России». Мы сделали несколько самых больших флагов в России, как раз увеличивая даже размер. Начали с 1052 квадратных метров, закончили на вдвое больше размере. И эти флаги все увековечены, по сути дела. Один находится на вечном хранении Музея боевой славы на Поклонной горе, вот здесь. Один мы передали в Министерство чрезвычайных ситуаций России. Я хотел бы на 2 месяца вернуться назад, в июне месяце, как раз после 70-летия Победы, на этой аллее были посажены первые 45 березок. Березки, которые приехали к нам сюда, в Вологодской области. Они были посажены в честь героев Советского Союза и героев Российской Федерации. А сегодня мы продолжаем эту аллею и довели ее до 70, год 70-летия. И сегодня посажены 15 березок в честь тех, кто ковал эту победу в тылу. В том числе и славных оружейников, таких как Калашников. Важна сама, конечно, память. А береза, она символизирует память. Потому что новые поколения, молодые ребята будут приходить смотреть, спрашивать, может быть, у кого-то, интересоваться, что такое, почему эти люди совершили такой подвиг. И благодаря этим людям мы до сих пор живем в свободной стране, можно сказать. Это очень важно. Память в народе должна быть о своих людях, которые защищали эту землю.